Реальный тюремный срок получил директор сгоревшего басаманского лесхоза. В сентябре прошлого года здесь произошел пожар, в результате которого пострадало почти 40 тысяч гектаров леса. И виновным был признан тракторист, который заехал на территорию на технике без искрогасителя. Но обвинение настаивало на том, что директор лесхоза незаконно и за деньги допустил бригады рабочих в пожароопасный период, а значит, виновен в крупном пожаре. В итоге в суде первой инстанции Назгата Жакашева признали виновным в халатности и назначили 4 года ограничения свободы. Осужденный и гособвинитель с таким приговором не согласились. Апелляционная коллегия областного суда посчитала прежний приговор слишком мягким. Дело было переквалифицировано в злоупотребление должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Бывшего директора лесхоза приговорили к 4,5 годам лишения свободы и взяли под стражу в зале суда. За гражданскими истцами, потерпевшими физическими лицами КГУ «Семизорное учреждение лесного хозяйства» и прокурором, подавшим иск в интересах государства, признано право на удовлетворение иска и вопрос о его размере передан на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства. Речь идет о возмещении ущерба государству и жителям сгоревших домов в размере более 20 миллиардов тенге. Обвинение настаивает, что Жакашев должен заплатить эти деньги. Осужденный намерен подать кассационную жалобу и доказать свою невиновность.